Ну что, всем привет, мои дорогие, любимые и ненаглядные. Тут продолжаем Кенши. Сегодня свепы. Всем привет, обязательно подпишитесь. Написано в рамочке там, лайкосики. Все приветствуется. Колокольчики тоже можете поставить, чтобы не пропускать новые видео. Так, что мы тут отлеживаемся, да? Так, медицина все есть. Это, наверное, мы тут после какой-то драки уже там. Ну да. Давай пока промотаем. Так, вы кто? Пацаны, вы кто? Голодные бандиты прямо на меня идут, да? Яй-яй-яй. А хавки у меня нет, у меня, в принципе, бояться нечего. Сейчас отпинают, блин, я тут дальше продолжу валяться. Он со мной говорит, касая оружия, давай каты. Поверь, мелкота, ты не хочешь сражаться с... Ясно. Ну, начинает Месилова. Ката мне все равно не отберут они. Ладно, больше так делать не надо. Все равно ты от меня ничего не отберешь. Все, давай-ка нормально уже отлежимся, потому что мы были действительно полумертвыми. Чуть крепости, чуть того, чуть этого. Же перегруз 20%. Но это, наверное, из-за... Ай, из-за чего? Из доспехов, может. Перегруз 18. Тяжеловато пока они нам, да? Еще надо отхиливаться. Какой у нас тут город есть? Queen, Hub. Короче. А что там еще по параметрам? Воровство, взлом, скрытность, ворот 24, боевое искусство 7. Ну, мы уже на той стадии, когда боевое искусство это... Уже нету смысла качать, по-моему, их на этом... На стенде. Хотя, блин, там, по-моему, как попадется. Там, по-моему, может, даже до 17 он догоняет. Их знает. Но мы сейчас чисто за счет уворотов мы больше уворачиваемся и меньше получаем. Не знаю. Ну что-то какие-то тут голодные бандиты, по-моему, раньше, когда я играл в Кенши. Когда, короче, раньше играл в Кенши, по-моему, на них как-то побыстрее можно было вкачиваться с этими голодными бандитами. Ничего, сейчас по сути, ради этого и тусим. Вот они, да? А с чем сражаетесь? Голодные бандиты, пыльные бандиты. Ну, слушай. Мне нравится, что у вас тут так много. Сейчас там кого-то побьют. Мы опять пойдем, посмотрим. Поинтересуемся. Вот там еще какие-то замесы с кем-то. Как бы владельцы с бандитами, да? Голодными бандитами. Ну, слушай, тут кача прям предостаточно. Я же, по-моему, кстати, или в прошлом, или позапрошлом видео, я же это... По-моему, увеличил количество... Не знаю, NPC, противников. Дружественных персонажей, короче, всех. Его искусство 10 плюс 4. Это вот нам наш костюм этот дает.
Блин, может самого себя сдать, я не знаю. Нанять какого-нибудь персонажа. Там за, не знаю, за 1000 катов в каком-нибудь нейтральном городе взять себе на спину, принести, сдать, получить 91 500 и сбежать потом. Даже не знаю, это как обуз, наверное, может. Ну просто деньги, они тут вроде как есть, и при желании, ну там их можно очень быстро зарабатывать, и ради этого нанимать второго персонажа, делать вот это, потом отпускать его. Фиг знает. Я пока голодных бандитов побить не могу, блин. А у меня тут целая задача, блин, вынести святую нацию. Это вот начинать надо вот святые шахты, там, святая военная база. Так понемножку, так рядышком стоять, там, драться с ними, драться. Все, отхилялся. Давай, демонтаж. Забирай этот спальный мешок. Перетаскивай его все в рюкзак. А, ну и пошли искать кого-нибудь. Ты кто? Вага Шиноби. Ну это вроде как наши пацаны. Хотя, по-моему, когда последний раз мы были в хабе, нас немножко обиделись. Голодные бандиты, Вин, да? Ну чё, теперь я на вас, раненых, нападаю. Ну, сейчас я опять получу пизделей. Ну, 1-3 пока я не вывожу. Левая нога, блядь. Только левая нога. Я без сознания уже. А вы с меня ничего не возьмете все равно. Еще немножко прокачались. Семь. Ой-ой. Где там, блять, стройка это? Стройка в лагере. Спальник. Давай. Строй себе спальник. Спальник будешь строить? Давай-ка ты не подожди. Первую помощь. Наложи шину себе там. Вот давай дрыхни дальше. Шины там много, а вообще чуть-чуть потратилось. Там на пятерку. Чуть под. Блин, может реально какое оружие взять, я не знаю. Не, короче, давайте так. План такой. Я ночью ворую какого-нибудь бомжа. Ну, типа, надо подойти, когда там целый лагерь идет, который ни с кем не тырится. Короче, оглушаю сзади какого-нибудь бомжа, ворую его. А потом. Потом оттаскиваю его куда-нибудь. И там, короче, с ним начинаю замесы устраивать. Ну, потому что я смотрю, блин, прибегает там три рыла, блин, дает мне быстро и все. Хотя это, блин, просто бандиты голодные, я не знаю. Я тут столько раз уже с ними дрался, блин. Я, по идее, уже должен выносить их там. Раньше оно типа так было. Я фиг знает, может, это перегруза, ну. Шкаф скрытности дает только и опыт отлезть, и все. Легкая ноша считается. То это сейчас чисто из-за дамага, там он еще меньше. Сейчас каких-нибудь бомжей опять найду. Вон там какие-то замесы. Ну блин, я чисто за счет уворотов. Я вообще типа не должен получать уже на этом уровне. У меня увороты там. Так, я не то открыл немного. Уворот 28. И что боевое искусство так медленно идет? Ой, не понимаю. Может из-за костюма реально, блин. Нет, ну он плюс, он плюс, он плюсует. Но защита в ближнем бою отнимает.
Сейчас чуть-чуть левая нога подхилится. Ладно, давай, короче, демонтаж. Пофигу. Давай, бери этот спальный мешок. Сразу сюда его суй. Перегруза не было. Блять, или силу покачать немного. Что у тебя там по силе, кстати? Сила 7. Потому что реально мне просто силы не хватает, и надо с перегрузом таким побегать. Ну блин, тут сейчас только целей хороших вкусных. Как бы владельца. Подожди, а ты не возражаешь, если я... Подожди, а сколько у тебя? Блять, он долго будет хилиться. А, их уже взяли, типа, в рабство. Ну, типа, отнимать... Бить их сейчас это типа смысла нет, потому что на меня эти нападут и опять. И опять попаду в неприятную ситуацию. Вот здесь какие-то бомжи, блядь, бьются. Голодные бандиты и пыльные бандиты. Хрен эти не слаще. Давай одного запинаем, вот этого. Болельщик. Бля, все сразу. Ну, смотрите, один на один, плюс-минус. Он там не попадает, но и мы что-то нанести по нему ничего не можем. То есть там прокачка как бы идет вот так вот. О, один раз пнул, блин, и все. Этот в ауте. Ладно, не будем, наверное, обузить таким методом. Но он нас подтрепал немного, блять. Это сейчас я не знаю, это сейчас опять что ли идти, блин, ложиться. Опять это, блин. Строить спальник, блять. Готово. Ну чё, прокачка, блин, чё? Чё нет? Поднялась, по-моему, даже. Ну, один на один с этим, с пыльным он нормально, он вывозит. Бежал. Но у них там заваруха, блин, она долго не будет заканчиваться еще. Это радует. Что это тут за чудо ползет? Братан, все нормально? Не можешь определиться, куда тебе дальше? Кстати, смотрите. О, подожди, кто там? Рабовладельцы? Не, пыльные бандиты. Ну эти, слушайте, эти меня точно отпинают там. С большим шансом какого-нибудь кровотечения. Пыльные чуть поопаснее, ребята. Где они там уже ушли? Ушли куда-то уже. Сейчас чуть опять дохилюсь. О! А чё у меня, кстати, подожди, медицина, может, там качается. Инженер, полевой медик, 13. Чё-то мне казалось, что оно все быстрее должно качаться. То есть при параметрах скрытность 83, убийство 49, взлом 65. Так, один.
Слушай, может реально какую палку, блядь, взять их палкой лупить? Качать всю ворота, потом уже переходить, блин, на рукопашник. Рукопашником становиться. Ай, давай, ладно, уже возьму какую-нибудь. Где там еще замесы продолжаются? Тут продолжаются. Пыльные бандиты по ковин, да? Ну, сейчас меня опять тут накостыляют. И все, накостыляли. Братан, ты с меня взять ничего не сможешь. Я нихера нету. Ну, только что крепость качаю, блядь. Давай, да, охеряйся. Взять за лупу по мне стреляет. Ну, один на один. Давай все свое добро его продам. Боты тоже у тебя такие, знаешь, чисто реально на продажу. Да нафига, у меня же этот рюкзак есть. Нафига мне с перегрузом бегать? Ради силы? Ну, как вариант. Восприятие минус 10, голова 90%. Ну, чисто восприятие. Подожди, а мой что дает? 23,80. Такое. Ладно. Ну чё, братан, без обид? Я тебя там немножко побрал. О, подожди. Сейчас, может быть, хавки получится подфармить. Помогу животным. Обобрать. Вот эта фигня-то какая, блин. Сейчас я самое дешевое выложу. Ну, сапоги себе забирай. Болты эти ничего не стоят. Фигня твоя, вот это вот давай. Арбалет. И оставь себе. Тоже фигня. Но с них, короче, имеет смысл только эти, блин. Защиту сердца снимать и все. Давай, давай, качаем дальше. Все, давай. И меня губанули. Прикинь. То он задел меня там под конец. Ничего, сейчас отлежимся. Животинки. Возьму мяско, наверное. Отбегу в сторону, поем где-нибудь. А, ну оно достаточно хорошо стоит, как бы, это мясо. Ты, блядь, его выкидываешь или что? Короче, пофиг, давай лагерь, короче, мути тут. Где-нибудь лагерь, спальник и костерчик, короче, сюда рядом ставь. И на костерчике, короче, мы пожарим хавку. Ты куда?
Давай, отдыхай. О, уже он автоматом закинул. А больше пить он не хочет. Все, хаваем. Похавал. Может, в город сходить, продать все это. Ну, потому что пыльные бандиты, они, скорее всего, у нас берут еду. Я имею в виду, больше если не еду продать, а доспехи вот это вот. Ну такое. Сейчас опять хил. Так, кто? Это эти, наверное, фермеры, кочевники. Опасности нам не представляют. Такая целая пыльных бандитов. Я даже не знал, что они тут есть. Что тут были неподалеку. Ты можешь реально сходить в город себе оружие нормально купить какое. Нет фигню, с которой они там воюют, эти пыльные бандиты. И голодные. Блин, хочется вручную, блин. Как бы боевые искусства, они, по-моему, качаются только когда руками дерешься. Ну чё, ждём-с. Никто там не идет. Какие-то идут. Дошейте, кресло шеков, да. Если кусочек возьми там. А, нужно все так брать. Иначе он перестает, короче, жарить еду. Все. Кастрик демонтировал. Ну все, мне сейчас, короче, тупо в город надо продаваться. Спальник еще свой забрать. Ну, слотов, думаю, хватит там. Да. Сейчас пойдем уже в город. Блять. Голодные бандиты. Ну, давай-ка, я не знаю, блин, давай ты выложишь это все. И вот сейчас опять людей получим. Слушай, нет, давай-ка я сворую одного бандита. Тебя. Ай-яй-яй-яй-яй, не получился тихий нокаут. То у меня сейчас тут точно нокаутируют. Ну и пофиг. Прокачка есть прокачка. Одному там влупил пяткой. Сейчас дальше отлеживаться. Пацаны, блядь, я не договорил. Вы где? А чё такие быстрые, а? Пацаны, блядь. Ай-яй-яй. Ладно, коротенькая, наверное, серия будет у нас сегодня. Я только мясо соберу. Короче, пацаны, спасибо, что смотрели. Всех люблю, целую. Всем пока.